Всем привет! Друзья, сегодня я вас порадую сладеньким. Это будет румяный, мягкий, нежный и очень вкусный пирог с яблоками. Ну что ж, начнем готовить! Пирог готовится очень просто. Вы сейчас сами все увидите. Для начала к яйцам я добавляю щепотку соли, ванильный сахар, обычный сахар. И теперь все нужно хорошенько взбить миксером в пышную светлую массу. В полученную массу добавляю сметану. Чем жирнее сметана, тем вкуснее получится пирог. Сюда же добавляю растопленное сливочное масло. Только вот посмотрите, я его растопила вот не до самого конца. Вот кусочки сливочного масла у меня еще вот плавают. Также сюда же все добавляю. И теперь все нужно взбить миксером. Слишком взбивать не стоит, нужно главное все перемешать. В тесто я добавляю немного муки. Добавляю соду и все хорошо перемешиваю миксером. Небольшими порциями добавляю муку, которая осталась, и все хорошо перемешиваю. Тесто готово. Друзья, вот такое оно должно у вас получиться. Как густая сметана. Пока его отставляю, а сейчас подготовлю яблоки. Я их уже заранее очистила от кожуры, вырезала семечки. Яблоки нарезаю на средние по размеру кусочки. Форму я застелила пергаментной бумагой и теперь в форму выливаю приблизительно половину теста. На тесто выкладываю половину подготовленных яблок. На яблоки выливаю вторую половину теста. Сверху на тесто выкладываю яблоки, которые остались, и вот так вот немножко их утапливаю в тесто. Пирог я полностью сформировала и теперь отправляю его выпекаться в обязательно разогретую духовку до 180 градусов. Буду выпекать приблизительно 30-40 минут. Пирог я испекла, вот так он у меня чудесно подрумянился. Я его достала из формы. Сверху пирог слегка присыпаю сахарной пудрой. Невероятно вкусный пирог с яблоками готов. Вот такой получился красавчик. Пирог очень ароматный, румяный, пышный. Сейчас кусочек отрежу и покажу вам, как пирог выглядит в разрезе. Посмотрите, вот какой он мягкий. Сверху хрустящая корочка. Посмотрите, как замечательно пирог выглядит в разрезе. Он хорошо пропекся, такой вот пористый, слегка влажноватый, мягкий, нежный. Много вот яблочек сочных. Пирог очень вкусный. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления пирога и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю приятного чаепития, всем пока и до новых встреч!